Фотографією можна займатися і у період карантину, як же це робить відомий фотограф Максим Задорожній. Саме так ми запитаємо його. Привіт, дуже рада бачити тебе сьогодні в нашій студії. І я знаю, що ти працюєш і в період карантину. Ну, я маю на увазі, як працюєш. І морально так готуєш таке підґрунтя для своїх робіт, так? І взагалі думаєш над своїми знімками, над тою культурною програмою, яка в майбутньому стане вже на папері чи десь в електронному вигляді, так? Що ти вкладаєш в свою фотографію? Ну, от саме зараз на карантині. Слушай, ну, на самом деле, на данный момент работы мне хватает не потому, что у меня сейчас куча съемок, а потому что есть время разобрать архивы. Всегда в запасе у фотографа лежит, наверное, штук 10-20 проектов, которые никак не доходят руки завершить. Я только хотела сказать, нарешті, знайшов все час. Есть время подтянуть хвосты, есть время разобрать съемки, которые лежали, все время откладывались, все время ждали нужного настроения, и вот теперь есть время их разобрать, подготовить, обработать и, соответственно, выложить уже куда-то, да, чтобы их люди увидели. Поэтому, да, есть работа, продолжается, и продолжается творчество какое-то. Ну, дивись, тобі для того, щоб зняти, треба свій настрій окремий, так, коли ти вже розбираєш архіви, то це вже ж інший настрій, так, ти прийшов туди, побачив, що в тебе там склалося вже, так, ти вже їх можеш інакше обробити, не так, як думав тоді, чи важлива ота свіжість, коли ти працюєш одразу над своєю роботою? Я наоборот, навіть коли мене спрашують, як правильно відбирати фотографії, я советую немножечко від зйомки віддохнути. Потому что когда ты был на съемке, ты таки знал, что будет карантин, мабуть. Да, ты там пережил какие-то эмоции, ты на этих эмоциях, на вот этом послевкусии приходишь домой, там начинаешь все это отбирать, и многие кадры могут попадать к тебе, да, в отбор не потому, что они хорошие получились, а потому, что ты помнишь, что там было, вот, что вы там друг другу говорили, какое было настроение, и, соответственно, ты не совсем объективен к своим кадрам. Поэтому я всегда после съемок даю себе отдохнуть, даю этой съемке полежать немножечко. Вот, и после этого начинаю уже такой с холодным сознанием, начинаешь какой-то отбор делать, такой беспощадный, рубить где-то, где ты накосячил. В общем, и тогда более объективно. А, слушай, а что ты так кажешь накосячив? Это что ты имеешь на увазе? Десь технічні якісь промахи, чи десь емоції не попали? От що саме ти вважаєш за якісний знімок? Що там повинно бути? Глубокий вопрос, на самом деле. Естественно, любой фотограф начинает с того, что оттачивает технику съемки, да? Чтобы кадр был правильный, чтобы там была резкость такая, как надо, свет такой, как надо, цвет такой, как надо. Когда ты с техникой уже начинаешь дружить, когда ты технически фотографию нормально можешь сделать, вот только на этом этапе ты можешь адекватно, нормально и полноценно задуматься над содержанием, когда тебя техника не отвлекает. Ну, мы же, когда пишем, мы не думаем, а как я вращаю там рукой, или когда набираем какой-то текст на клавиатуре. Все это уже неосознанно идет. То есть ты думаешь о том, что ты пишешь, а не о том, как ты это пишешь. То же самое с фотографией. Когда ты отточил технику, тогда ты задумаешься над смыслом, над настроением, над композицией, соответственно, и уже более глубокое получается содержание. Ну, у тебе виходять завжди класні знімки. Ну, це, мабуть, ти ж їх відібрав вже, показуєш ті, які кращі, мабуть, так? А от скільки в тебе, який відсоток з усього матеріалу, який потрапляє вже до кращих? Вах. Опять же, мы можем сейчас разложить вот только этот вопрос где-то на час. Но если говорить о творческих съемках, то в творческой съемке у меня может попасть как, например, там, 3 фотографии с двухчасовой съемки, так и 30 фотографий с часовой съемки. То есть все зависит от того, какую я себе ставил задачу, сколько фотографий мне нужно в серии, чтобы рассказать то, что я хочу рассказать зрителю. Да? И поэтому какого-то конкретного числа фотографий, которые я выдам, нет. Если мы говорим о какой-то коммерческой съемке, где я должен получить результат, то у меня есть, там, скажем так, пороговая цифра. Это минимум 20-30 фотографий за часовую съемку я хочу человеку, который ко мне обратился, отдать. Ого. На творческих съемках я себе таких критериев не ставлю, и у меня, если есть одна хорошая фотография со съемки, все, для меня эта съемка удалась. Вот если нет ни одной, вот тогда не удалась. Ну так и не маешь такого, мабуть, у тебя, не бывает? Ну, сейчас нет, а когда-то были. В любом случае, когда фотограф занимается творчеством... Ты просто дуже критично до себя ставишься, конечно. Это через те.
самый ваш хороший критик – это вы сами. Да? Потому что зрители, которые вас смотрят, это сразу по умолчанию ваши фанаты. Да? То есть, соответственно, они будут вам симпатизировать, они к вам лояльны, и они вас будут мало критиковать. Второй ваш достаточно хороший критик – это модель, которая снималась. Потому что она может объективно на себя посмотреть, она может, наоборот, субъективно на себя посмотреть и где-то раскритиковать какие-то нюансы, которые ты не смог раскрыть или, наоборот, раскрыл не так, как надо. И, конечно же, самый строгий критик – это ты сам. Потому что так как я ругаю сам свои работы, так меня никто никогда не наругает. Ну, вже хочеться подивитись на твої роботи, так, вже аж кортить, вже підвів ти до самих знімків, то я думаю, що ми зараз якраз їх і побачимо, так? Окей. Ну, дивимось тоді. Ось, дивись, такі чорно-білі, чорно-біла робота, класна така. Ну, і не тільки, взагалі вони всі в тебе супер. Трошки можеш розповісти про них? Ну, так, будемо по декілька секунд зупинятись над фотографією. Сейчас на фотографіях Аурика. Аурика – моя любимая модель. Ми з Аурикою 100 років вже знакомі. У нас з нею всі зйомки – це як сеанси психології, тому що ми з нею дуже багато розмовляємо. У нас на съемке 60-70% времени это разговоры о чем-то личном, о каких-то вещах достаточно глубоких, и попутно мы снимаем. У нас вот так вот мы болтаем, 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 а потом я говорю, просто замри, и мы там делаем два-три кадра. Ну, видно, что, справді, людина и расслаблена водночас, и видно, что есть думка, то есть это не просто не позування. Вот, бачиш, в чем тут есть еще разница, когда людина может позувати, и когда она сама собой. А вот это очень добре. Это основной критерий для своих творческих съемок. Я не начинаю фотографировать что-то адекватное, да, пока у нас нет нужного настроения, пока у меня, ну, грубо говоря, модель не дошла готова, до той, да? Да, а не дошла до того расслабленного состояния, где она перестает позировать, перестает задуматься о том, что сейчас происходит, там, фотографируя или нет. Вот когда камера в атмосфере съемки пропадает, остается только мы, вот только диалог остается, вот тогда мы уже работаем. Ну, вони такі бачать, що у тебе якісь наші, я не знаю, художньо-глянцеві, якісь такі от вони. Я не знаю, як їх правильно назвати, але відчуття такі дуже добрі, милі такі, хоча досить така інтимна тема, інтимний характер вони всі мають. Це людина, яка, знаєш, як розкривається перед камерою, особливо такі чорно-білі фотографії, коли дивишся, ти бачиш, що є така от справжність. Це дуже добре, коли є світло, коли є тінь, коли є емоція. І видно навіть, що людина думає в такий час. Тут дуже добре, що ми зараз маємо таку можливість подивитися на таку роботу. Ну, насправді, тут справді вишукані фотографії такі от. Скільки в тебе вийшло робіт, ну, наприклад, з цієї фотосесії? Ну, от останньої. Це фотосесія з Анією. Вот предыдущая фотография, которая была портретная, цветная, у нас там на выходе получилось, наверное, штук 6 фотографий. Вот. С этой съемки достаточно много, наверное, штук 15 или 20 я сделал. Угу. Хорошая была съемочка, очень быстрая. Лана Воронина, очень крутая модель, с ней безумно приятно работать. Вот с этой съемки, с Аней, я снимал достаточно много, на самом деле, мы часа 3 вместе провели. И тут просто фотографии по-разному обработаны. Вот в этом, в голубых там тонах у меня 4 или 5 фотографий я отдал. Черно-белых, наверное, штук 10-15, и цветных там еще несколько. В общем, там достаточно много получилось. А скажи, Максим, ну ты вот хотел бы публиковать десь свои работы? Чи є у нас такая платформа, где бы могли выкладывать свои работы відомі художники-фотографы? Где можно было себе показать, так? И подивитись на інше? Это такой наболевший, на самом деле, вопрос. Потому что платформа, которая, безусловно, лидером сейчас по популярности является, это площадка Instagram. Но на этой площадке фотограф достаточно связанным получается по рукам и ногам. Но для начала просто нужно понять тот факт, что фотография на мобильном телефоне, на мониторе и распечатанная там, в формате, например, там, полметра по длинной стороне, это вот три разных изображения. Звичайно, так. Даже по восприятию, даже по композиции, даже по контрасту, вот, по всему. И, соответственно, где-то мы мимикрируем, мы приспосабливаемся под Инстаграм и начинаем в этот формат условно, да, клепаться.
Где-то нет. Есть площадки узконаправленные для фотографов. И, ну, более половины фотографов есть свои персональные сайты, там, на которых достаточно удобно смотреть фотографии. Вот там интересно можно сформировать портфолио. И, потому что фотограф заморачивается не только тем, как сфотографировать, как обработать. Фотограф будет заморачиваться, в какой последовательности вы будете смотреть фотографии. То есть друг за другом они листаться будут именно в определенной серии. Фотограф будет заморачиваться в том, какое будет обрамление. То есть, там, например, ну, не знаю, Facebook, например, когда вы разворачиваете фотографии, он делает черную рамку, Instagram делает белую рамку. Это снова два разных контраста получается. Да, звучит это. Соответственно, эти вещи тоже будут сильно решать. Размер фотографии будет решать, потому что в портфолио можно вывести одну фотографию, можно вывести на монитор, когда ты скроллишь, там две сразу одновременно. Это диптих уже будет. Совсем другая подача. Но проблема в такой подаче в чем? Редко зритель будет переходить на сайт и следить конкретно за сайтом фотографа. Ему проще открыть Инстаграм. Мы же все, чем дальше, тем ленивее становимся, правильно? Нам хочется все в одном месте смотреть и не придумывать там. Каждый раз заходить в браузер, открывать сайт одного фотографа, сайт другого фотографа и смотреть это все. Есть какие-то обобщенные площадки для фотографов, там, ну, разные на самом деле, 35 фото, 500 пикселей, там еще какие-то сайты. Но это, опять же, такие коммуналочки фотографов, где сидят только фотографы, смотрят друг друга, и, соответственно, это тоже достаточно узкая ниша, и потихоньку все это дело умирает. Поэтому адекватних площадок, от где ми можемо показати свою роботу, це складно. Це дуже погано, що от немає, знаєш, як от галереї. От коли є галерея, ти точно знаєш, що ти прийдеш, ти подивишся, ти будеш знати, що там відібрані роботи, так? І ти точно подивишся те, що тобі потрібно. Тобто там є глядач і є той матеріал, за яким ти приходиш. А ось тут трошки є такі, ну, мінуси, як на мене, дуже. Ну, при этом є і плюси. Безусловно, есть плюсы. Например, ты в галерее месседж не так легко подать какой-то фотографии, да? А у нас сейчас, я даже где-то писал об этом, как раз в Инстаграме писал, вот, что у нас сейчас та же фотография превращается в блог. Фотографы становятся блогерами. То есть, если ты хочешь быть популярным, если ты хочешь, чтобы там твои публикации там много сердечек этих набирали, ты попадал в топы, то мало того, что ты должен подать фотографию, ты должен к ней еще вот такой вот текст написать, глубокий, ну, желательно какой-нибудь. А у меня с этим сложно. Ага. Ну, я теж вважаю, що, ну, фотограф, він же є, ось його роботи, вони про нього говорять. Да. Ну, не всегда это работает. Вот, на данный момент блогеры находятся в пике популярности, и нам нравится читать там какие-то мысли, ну, кому-то, например, нравится. Мне нравится разговаривать со зрителем своей фотографии. Мне хочется, чтобы зритель посмотрел на фотографию, там, текст он прочитает или нет, для меня это не сильно важно. Максим, знаешь, завжди я хотела тебя запитати, от чому ти обрав от такий от жанр ню? От чому саме його ти обрав? Тебе стільки всього є цікавого, і цей жанр теж супер особливий, але треба, мабуть, і бути людиною такою, відкритою, щирою, щоб знімати не природу, наприклад, а людей. Людину, яка перед тобою розкривається. Я немножечко расширю, да, шаблоны, в которые вот меня сейчас поместили. Я не только ним снимаю. Я называю себя портретным фотографом. То, что у меня в портфолио, это то, что я хочу зрителю показывать. Да? Если посмотреть в том же Инстаграме, нажать на кнопочку фотографий, на которых я отмечен, то там достаточно много будет мужских портретов, имиджевых съемок, репортажных съемок, семейных съемок. Я семейные снимаю, да, я деток снимаю. Вот. Мне нравится портретная фотография за то, что я могу контактировать с людьми. Мне нравится контактировать с людьми. Мне нравится копаться внутри человека, достать что-то наружу, ему самому показать, зрителю это показать, если эта фотография да, будет публиковаться. Вот это меня привлекает. Мне нравится, что после моих съемок человек внутренне, да, может как-то по-другому на себя взглянуть, по-другому на окружение взглянуть. Ну, ты трошки психолог. Любой портретный фотограф, он на 50% психолог.
Мне уже не одна модель, и спасибо им за это огромное, говорит, что я к тебе хожу как на терапию. Не за фотографиями, а за процессом. Да, я буду все життя ходить. Да, да. И это люди, вот, которые возвращаются раз за разом, и мне на таких съемках тоже я получаю огромный заряд энергии. То есть фактически там ты не только отдаешь, ты столько же, сколько ты отдал, ты получаешь энергетически. Так вот, що, карантин, вот бачиш, так тепер він тебе, мабуть, в рамках тримає. Ти не маєш такої можливості спілкуватися. Да, конечно. В этом плане вот сейчас у меня такой голод на фотографии, потому что хочется снимать очень. Я жду, безусловно, когда у нас все поправится, все станет на свои места, можно будет работать. Этого не хватает сильно. Ну нічого, ти розбереш усі свої архіви, наведеш там порядок, а потім повернешся з чистою головою до своїх робіт. Навіть якщо ще півгода буде картина, мені ще хватить розбирати. Дуже багато зйомок, які знімаються і потім лежать. Вот, достаточно долго. Это касается в основном творческих моментов, потому что, да, если это коммерция, то ты снял, и у тебя есть какой-то определенный срок. Максина, ну что ж, наостанок хочется почути від тебе якісь добрі слова. Ну, я знаю, що багато фотографів хотіли би бути схожими трошки на твою технічність, так, трошки взяти в тебе чогось такого цікавого, бо насправді один на одного завжди дивиться. І комусь одного не вистачає, комусь іншого. Всі творчі, талановиті, всі хочуть досягти чогось, так? Ну, от, можливо, як досягти кращих результатів? Слушай, ну, а що можна сказати в плані техніки або там, да, какой-то художественности? Фотограф, который сначала владеет техникой и запоминает какие-то, да, изучает какие-то правила композиции, там, правила техники съемки, потом очень умело, технично эти правила нарушает. Все, очень много крутых фотографий, которые вы найдете там у известных мастеров, просто фотографии, которые вот вам цепляют. Если их начать анализировать объективно, ты понимаешь, что они как бы технически не идеальны. Но при этом они цепляют какой-то своей настоящностью, где-то небрежностью, где-то эмоцией, где-то, не спорю, где-то чистой, безупречной техникой съемки, где-то невероятной обработкой или еще чем-нибудь. Но каждый автор вырабатывает для себя определенные инструменты, которыми он обращается к зрителю. Мой инструмент, которым я хочу обращаться к зрителю, это ничем не прикрытая эмоция. Иногда, в том числе, и не прикрытая там одеждой, реквизитом, какими-то аксессуарами, за которыми мы прячемся, маскируемся. Это наша броня, за которой нас не видно. Ну что ж, Максим, я бажаю тебе залишатися собою завжди. От, незважаючи ні на що, бути собою, думати про те, що ти можеш дати ще. Бо багато чого даєш насправді. І спасибо. Хочеться такої ж віддачі, щоб люди, які дивились твої роботи, вони теж відчували ту емоцію, яку ти хочеш передати. Спасибо. Що ж, це був Максим Задорожній, фотограф. Дуже рада, що прийшов ти сьогодні до нашої студії. Ну, а ми з вами зустрінемося вже завтра о 13:30. До побачення.